Все упражнение. Также все со стоечки. Шайбу вперед. Остановили на неудобно. Убрали этот бросок. Перевели на неудобно. Убрали этот бросок. Рука вверх по клюшке. Вниз. Вверх по клюшке. Вниз. Останавливаем на линии. На линии ног под бросок. Зафиксировали. Готовы к броску. Опять вперед. Перевели. Ноги вперед смотрят, согнут, сидим стоечки. Клюшка вверх, рука по клюшке поднялась. Вниз. Вверх. Вниз. Это упражнение. Со стоечки. Движение шайбы вперед. И убираем с удобной под бросок на неудобный. На линии зафиксировали под бросок. На неудобный движение вперед. Убираем под бросок. На удобную еще. Опять. Вперед. Рука вверх по клюшке. Закрыли. Перо готово к броску. Вперед движение шайбы. Закрыли. Рука по клюшке ходит вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Фиксируем все время шайбы. Что с удобной под бросок вот сейчас. Что с неудобной. Я готов сделать бросок с этого положения. Вперед. Стоп. Второе упражнение. Также со стоечки. Убираем шайбу, переводим сразу на неудобно. Подпускаем. Догнали. Снова забрали. Неудобно. Подпустили. Остановили. Забрали. Подпустили. Обязательно. Когда подпустили, клюшка не через верх идет. По льду. Рука вверх, вниз. Догнали шайбу. Потом подпустили. Стоп. Четвертая тренировка. Первое упражнение. Ноги стоечки. Сели вперед, смотрят. Клюшка на удобно. Вперед движение. Рука вверх поднялась. Подпускаем. С удобной, неудобной остановили. Убрали с неудобной бросок. Зафиксировали шею. Опять вперед движение, закрыли. Отпустили, по льду погнали, убрали. Зафиксировали под бросок. Вперед, отпустили, закрыли с неудобной остановили, убрали под бросок. Клюшка ходит вверх.